Ну и при этом наблюдают на радуге, наблюдают такие вертикальные черточки линии поглощения. Ну, как спектры самое информативное, самое нужное, то, что нужно, чем нужно здесь заниматься. Так вот, значит, мы сказали большой солнечный вакуумный. Вот вакуумная здесь именно вот эта наклонная труба. Как работает этот телескоп? Там внизу было понятно. Восток, запад, солнце по небосклону, прицелились, идем следом за солнцем. Здесь труба неподвижная, раз, смотрит совсем в другую сторону, два. Если бы мы захотели ворочать такой большой и длинной тяжелой трубой, то были бы большие проблемы, потому что она тяжелая. Каким механизмом вот это все поворачивается?